Бонни. У Маргариты своя песенка одна, это перемена. И у Ксюши своя песенка, это день рождения. Нам помогут. Вот так. Всем приветики. Девчонки убирают батут. Поспали и хватит там. Не хотите больше там ночевать? Нет, все. Летом еще? Да. Да. Очень холодно. Было прохладненько. Летом было бы, конечно, классно. Но летом комарики, всякие там мошки, мне кажется, будут мешать спать. Ребят, пожалуйста, внимание. Сейчас будет новость, очень хорошая новость. У нас есть свой сайт. Вот он называется «Сестрички». Сестрички. .com. Вот, вы попадаете на наш сайт. На нашем сайте есть песенки новые, которые вы еще не слушали. Есть только вот одна песня «Сестрички», которую вы знаете. Здесь есть еще три новые песни. Угу. Вот, значит, тут есть фотографии. Также можно перейти на ТикТок, на лайки, на Инстаграм, Ютуб. Вот, например, давайте нажмем на какой-нибудь... Spotify. Это про маму песенка. Также здесь есть приложение, смотрите, вот здесь вот оно, вот это зелененькое, которое называется Spotify. Это приложение вы можете скачать абсолютно бесплатно. Может быть, кто-то уже знает об этом приложении. Там можно слушать любую музыку, любых исполнителей. Мы там тоже есть. Да, вот у Ксюши тоже есть в телефоне. Ты можешь включать музыку, и вы хотите играть в игру. Да, ты можешь включать, вы можете включать музыку, выходить из этого приложения, там играть в игры, и музыка будет играть постоянно. В общем, она не будет выключаться. Вот, Ксюша здесь белья лишь слушает. Вот, допустим, пишем тоже сестрички. Нет, пиши сестрички. Ау, да. Да. Нет, на русском. Сестрички на русском. Да, на русском. Так, вот написали сестрички на русском языке, вот наш альбом. И здесь есть еще две новые песни. Вот на нашем сайте здесь только 4 песни. Видите, 4 песенки. Но Spotify, там 6 песен. Так, вот, ребят, смотрите, пишите в поисковике сестрички на русском языке. Вот он альбом сестрички. И здесь все песенки. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 песен. Так как мы сейчас пока не можем записывать клипы из этого вируса, хотели мы снять клип на песню «Перемена». Ее поет Маргарита. Вот эту песню «Перемена» поет Маргарита. Сестрички, они вместе поют. «Хочу туда» тоже вместе. «День рождения» Ксюша поет. Вот это Ксюшина песня. Она одна поет эту песню. «Мамочка» вместе поют. «Просто надоело» вместе поют. Вот, получается... У Маргариты своя песенка одна, это «Перемена». И у Ксюши своя песенка, это «День рождения». Вот, так что переходите, скачивайте Spotify. И вот он так вот называется. Вот, смотрите. Ну, в общем, когда вы зайдете на эту страницу, на этот сайт, то, в принципе, у вас здесь появится вот это вот окошечко. Можете на него нажимать. И вас сразу перекинет на скачивание, а можете отдельно скачать и зарегистрироваться. Там просто нужна электронная почта и больше ничего не нужно. Вот. Здесь есть 4 песенки только. Можете здесь послушать. Но чтобы послушать 2 новые песни, вам нужно скачать приложение Spotify. Вот такое вот. И слушайте песенки. Под этим видео откройте описание, и мы оставим тоже ссылочку на вот эту вот нашу страницу, чтобы вы... У кого, если не получится найти, то ссылочку мы оставим. Так что, ребятки, переходите. Вот Маргаритина песенка. Очень хорошая. Напротив меня угол,
И Ксюша песня. Такая больше на рэп похожа. Ксюша рэп поет у нас. Тортики, свечи, это мой день. Горы подарков, это мой день. Море, улыбок, куча друзей. Песни и танцы, все для гостей. В мой день рождения вокруг все друзья. Так, вот не буду вам все включать. Пойдете сами послушаете, чтобы вам интереснее было. Нормально. Хвостик опускай, мочи хвостик. Вот, молодец. Умничка. Умничка, девочка. Ваня. Что-то ты многовато ей воды налила. Привет, зайка. Ваня. Для собаки. Еще бы полнее, можно было пузырики сыграть, да? Где шампунь? Где шампунь? Какой, черный? Да. Я потом подстригать, да? Ну, вонючек. И лапки помыть. И шейку помыть. Вкусно будешь пахнуть. Собачкой. Я просто спала. Она здесь не очень грязная, у нее вот здесь вот грязная. Именно. И вот задняя часть у нее грязная. Пончик. Что это такое? Папа у нас приносит с работы антисептик, потому что сейчас очень тяжело найти в аптеках. А у папы на работе много, очень много, поэтому он носит с собой вот такую бутылочку и каждый день ее наполняет. Не отпускай ее, не отпускай. Видишь, она сейчас туда. Она сама вытирается. Ты обонюсь. О, теперь можно так. А! У меня тут ранка открытая. Мама. Осторожно. Дезинфицировались все. Вонь, ты не там вытираешься. Нужно полотенце в твою кровать. А Вонь, ты что делаешь? Okay. Смотри, как она старается сушиться. И фена не надо никакого. Пойдемте сушиться быстренько. Бегом, 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 бегом. Чао. Чао, папи. Ой. Все, зарылась. Вони. Я, конечно, не собачий парикмахер, но... Так. Ой, сколько срезали. Детвора тут уже играет. Я играю, да. Ой, ветерочек дует. А тепло на улице. Нет, ветер не холодный. Сильный, но не холодный. Тепленький. Девчонки чем занимаются? Газон стригут, да? Да. Больше нечем заняться. Давайте, хорошо подстригайте. У нас нет газонокосилки, поэтому будем... Да, пока ножницы нам помогут. Ножнички нам будут помогать стричь такая газон. Такая красивая, сочная. Вот где есть такие выросшие кустики, их подстригайте. Ой, вообще. Ой, такой ветер что-то дует сильный. Вон там у вас с другой стороны, там, ой, там сколько кустиков много. Вон там. Вон где Каролина подстригает. У себя напротив окна. Да.
Ой, какие здесь. А что вот это? Так, мы привезли чемодан с подвала. С летней одеждой. Что это такое? Не знаю. Вот, смотри, Маргарита, вот эта вот майка, по-моему, твоя. Это моя. 12, это Маргарита, на 8 вон у Маргариты лежит. А что они такие сырые? Какие-то холодные, или то, что они в подвале лежали? Да. Да? Дай понюхаю. Нет, то, что в подвале лежали просто. Там прохладно. Это Каролина. Это Каролина. Это тоже Каролина теперь. Нет, ну это мои любимые шортики. А, нет, они пока еще как раз тебе. Да, это мои любимые шортики. Вот это чьи? Это тоже Ксюшины. Это мое. А здесь есть мои? Или только ваши? Это по-моему, моя. Здесь мои, то моя тоже одежда есть. Один, моя подружка тоже ходит в этом, да? Школу. В Турне, да. Да? Угу. Ну все, перебирайте тогда. Это Каролина. Это... Все нужно, мне кажется, просушить, потому что оно такое какое-то. Это мое. Сырое. Сыроватое. А что это тут делает? Не знаю. Это уже Каролина кофта. Тебе уже она маленькая. Ее носила Маргарита. Ее носила Ксюша. И теперь она по наследству переходит к Каролине. Надо было сахаром посыпать, она кисленькая. М? Вот Каролина. Куда? Это не моя. Это пижама. Ага, или не футболочка. Мама, мне не помогает убирать. Я убираю, они все разбрасывают. Так, Макс, давай. За эти... Папа, я все убрала, теперь они все разбрасывают. Ты думаешь, да? Но! Макс, собирай давай, пойдемте кушать. Такой вот у нас супчик будет. Ложечки берем? Где ложечки у нас? Сам можешь доставать? Сколько нужно ложек? Один. Два. Считай. Три. Четыре. И пять. Пап, уже нет, да? Все. Сейчас еще лимончику капну и будет замечательно. С лимончиком. А мы надумали печь блинчики. Покушали супчик и голодные дети у нас. Зачем ты это включаешь? Сильно ярко. Так нормально. Голодные детки. Так что сделала тесто вот такое вот. На шоколадные панкейки, не знаю. А? Ну, но хватит на панкейки. Маслица. Идем блины делать! Чего? Ничего. Маргарита! Зовут Маргариту, откликается Каролина, да? Угу. Только сейчас. Я думала, делала? Нет. Наверное, давно. Я хочу сосиску шоколадную. А, колбасу. Это колбасу. Надо колбасу. Надо печенье. Все, наши панкейки готовы. Неси на стол. И шоколадом? Да. Приятного аппетита. Сюда, на серединку давайте. А то я не достаю. Это Боньки, да? Дай, дай, Боньки, дай, дай. Ваня, хочу дать. Бонтик! Такой большой, зачем кусок? По маленьким нужно давать. Нужно с чем-нибудь. Так, сухо. Да, нужно... Варенье. О, дай помакаю. Свежая малинка с сахаром вместо варенья. Пожалуйста. Ну что-то шоколада не очень какао, да, чувствуется? Это что такое здесь вообще происходит? Все? Да. Закончили водные процедуры? Да. В кроватку? Папи!
Интро там кино, мы кино скучали. Пришел. А кто там пришел? Вот они ешь. Смотри, как ее трясет. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Она папку любит, вот так вот. Папу любит. Вот так, вот так, вот так, вот так. Обратно, обратно, обратно. Еще раз. Радостная собака. Ладно, все, папа мыться после работы. Маргош, что ты делаешь? Все, спать собираемся. Ты видео смотришь? Тикток? Ксюша играет с подписчицами со своими. Две Даши там, девочки. Ну, наверное, подписчицы. Скорее всего. Мы, наверное, проиграем, потому что эти очень хорошие. Это Динамайк, это Брок и это Пенни. А ты где? Вот Пенни, 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 я Брок. Я Брок. Нужно защищать, да, чтобы они не ютали? Не надо гол сделать. А, гол сделать. Да. Давай, давай, давай. А, мячик, что ли? Да, это мячик. Давай, давай. Это ты идешь? Да, это я. Вот. Нет! У тебя бомбанули? Была... Да, да, да. Я ульту нажала, потом мячик есть. Каролина тоже уже играла. Нет-то. Уже все с этой игрой. Они, знаете, как мы так сделали? My first kiss went a little like this. Помнишь? Нет. Не помню я. Где вы такое делали? Где вот это на этом? А, да, 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 да. Вы еще помните? Да. Ладно, все, давайте спать. Собираемся. 12 часов ночи уже, все. Давай, я сегодня так сильно кашляю. Ложимся, все. Все, ложимся. Так, тогда, Макс, я пошла к себе в кроватку, я не буду с тобой лежать, хорошо? Ты будешь сам лежать, все. Девочки. Одна туда пошла, другая туда. Все, разошлись, обнялись. Обнялись, прижались и ушли. О май гад! Это хохбет. В свою кровать, быстро. Вот, Маргарита. Боня. Доча твоя ждет тебя, давай. Смотри, она тут уже ждет тебя. Все, пока. Все, спокойной ночи, он Макс уже плачет. Все, пока. Пока. Давай, все. Все, пока, ребят, спокойной ночи. Пока.